Майкла Зерафе. With the Townsville City Council. Your presenting partner tonight, Phil Murphy from Oxmar Properties. In conjunction with associate sponsors, Construction Sciences, RGM, Tire Power, JD Sports, Sportsbet, and Barbecues Galore. We fight 10 rounds for the WBO Global Super Welterweight title and the IBF Australasian Super Welterweight title. Sanctioned by the ANBF, your inspector ringside, Mr. John Hogg. Your WBO supervisor is Mr. Danny Lee. IBF supervisor is Mr. Adam Height. Your three judges scoring this bout ringside, Mr. Derek Millam, Mr. Chris Condon, and Mr. Philip Holliday. Your third man, the referee in the middle in charge of the action after the bell, Mr. Phil Austin. Townsville, Queensland, Australia. The moment you've been waiting for. The time for talk is over. It's the Queensland underdog champion versus the New South Wales son of a gun. It's Australian boxing's most famous surname against the man who took down one of the most famous surnames in world boxing. It's Queensland versus New South Wales. Townsville, whose side are you on tonight? Готовится Тим Дзю, готовится и Джефф Хорн. Прямо сейчас главное событие боксерского вечера в Австралии. Sydney, New South Wales, trained out of the Zoo Boxing Academy by Igor Gulabev. A professional fight record, perfection. 15 fights, 15 wins, 11 big wins by way of knockout. A former Australian champion, a former WBC Asian Boxing Council champion, and a former WBA Oceania champion. And tonight he is the current reigning, defending IBF. In officially 69.6 kilos. From Brisbane, Queensland, trained out of the Stretton Boxing Club by Glenn Rushton. Professional fight record, 23 fights, 20 wins, 13 big wins by way of knockout, the two losses and the one draw. He's a former Australian champion, a multiple time former WBO, WBA and IBF regional champion, and the former WBO welterweight champion of the world, Jeff the Hornet! Ну что ж, друзья, в общем-то, спортсмены представлены друг другу. Джефф Хорн, он как бы больше свой для своих. Да, все инструкции были розданы еще в раздевалках, поэтому никаких объяснений дополнительных не будет. Давайте смотреть, давайте болеть за нашего парня.
Да, и как-то вот пока Джефф Хорн выглядит чуть более уверенным, потому что Дзю, видно, немного волнуется. Но это, и естественно, и так стартовый гонг. Сходится сразу же Хорн на ближнюю дистанцию, пытался завязаться он с Тимофеем. Но, опять же, это его тактика. Мы знаем прекрасно, что он так работает, что он будет лезть, что он будет переть на Тима Дзю, что он будет стараться работать первым номером, будет его вязать, изматывать, висеть на нем. Попал сейчас левый сбоку Джефф. Еще раз попадает с левой руки. Дотягивается, да. И, кстати, мы обращали внимание, что Тимофей очень часто, как и его отец, выставляет вперед левую руку таким шлагбаумом, который приходилось его соперникам обходить. Но сейчас, естественно, Хорн, посмотрев эти поединки, вот и, кстати, ответ от Дзю. Молодец. Да, вот эта двойка, конечно, она, это хлеб для Тима. Да, Хорн, естественно, посмотрев те поединки, он тоже, видимо, нарабатывал момент, как обходить эту переднюю руку. Но не будем забывать, что у Тимофея еще и качественно развито умение двигаться. И вот сейчас здорово провалил соперника, загнал Хорна к канатам. Но главное не вязаться, не поддаваться на те правила игры, которые Хорн пытается навязать. Но, в свою очередь, Хорну как раз нужно вот так вот сближаться. Столкнулись головами сейчас. Да, да, да. Очень жестко. Надеюсь, что все обойдется без рассечений. Также, вот, я думаю, обязательно будет Джефф Хорн обстреливать туловище Тима Дзю. Обязательно он будет пытаться его замедлить и еще больше измотать вот этими ударами. Но это, опять же, да, это классика. Это стандартные приемы для того, чтобы лишить соперника бензина. Мощный удар по затылку. Рефери тут же на это реагирует. Но что касается, кстати, рассечения, вот у меня нет уверенности того, что если поединок пройдет всю 10-раундовую дистанцию, то мы увидим отсутствие этих травм. Ух ты, апперкот на ближней дистанции в исполнении Джеффа. И вяжет он сейчас Дзю. Все-таки поддался Тимофей где-то на игры соперника. Пропускает удар по корпусу. Еще раз в затылок. Уже второй удар, да. Ну хорошо, да, снимай с него очки, и все будет отлично. Да, и сейчас слышим, и как раз раздаются уже выкрики от австралийских болельщиков. Хорнет, Хорнет. Ну, очень большая поддержка у этого спортсмена. Да, и когда он боксировал с Мэнни Пакьяо у себя на родине, то тут творилось просто какое-то безумие форменное. 25 секунд до конца первого раунда. Пока что Джефф Хорн где-то больше навязывает Тиму свою манеру ведения боя. Вот этот клинч, эту возню. Вот посмотрим, как дистанционно сможет Тим сработать. И очень опасная рука, конечно, у Дзю-младшего. Просто потрясающая, но так же, как и у его отца. Но пока другой вопрос, что этих тяжелых ударов донести не получается. То есть, ну, пока чувствуется, что где-то подстраивается Тимофей Дзю под стиль своего соперника. Сказали сейчас Тиму Дзю, чтобы работал внимательно, но это естественно, и чтобы прямолинейно назад не отходил. Обязательно с сайдстепами, обязательно с шагами в сторону. Да, и причем обращаем ваше внимание на то, что в углу с Тимофеем Дзю разговаривает по-русски, и все рекомендации, которые ему звучат именно в бою непосредственно, они звучат на русском языке. Хорошо, отличная двойка, но вот опять сокращает дистанцию Тим. Но мне кажется, Тимофею больше надо оттянуть оппонента на себя и встречать его, как раз проваливать. Мне кажется, и сайдстепом хорошо зайдет правый снизу, потому что все равно слегка подсаживается Джефф Хорн перед соперником, и можно было бы попробовать его поднять. Согнул немного колени сейчас Тимофей в подготовке своих атак, но Хорн пока навязывает свой стиль, мне кажется, чаще, чем это нужно Тимофею. Ой-ой-ой, сейчас хорошо перехватил Джефф Хорн. Левой рукой пробил жестко, но, правда, через защиту. Но мы знаем прекрасно, что такие удары через блок, они тоже потрясают в какой-то степени. И вот здесь уже Тим Дзю платит сопернику той же монетой, отвечает любезностью на любезность. Бьешь ты по затылку в клинче, будь готов к тому, что прилетит в ответ то же самое. Да, и, естественно, рефери... Пожалуйста, прекратите, да, вот да, это все. Не путайте борьбу и рестлинг с боксом. С боксом, да, потому что здесь надо боксировать, друзья. Ну вот то же самое бы говорили Джеффу Хорну, когда он также с Пакьяо боксировал. Потому что, ну, в общем, Джефф Хорн, он сам себе не изменяет. Он боксировал также всегда.
Другой вопрос, что, например, с Терренсом Кроуфордом это совсем не сработало. Но там, понимаете ли, там просто какой-то инопланетный космический уровень. Я уж не знаю. Против Терренса Кроуфорда сработает, не знаю, пистолет ТТ, я думаю, и то не в 100% случаев. Неплохо, поднимает здесь правым снизу Хорн и продолжает это делать. Да, тоже еще один апперкот на ближней дистанции. Третий тоже дошел до цели. Вообще, кстати, надо отметить, что вот если мы уж говорим о Хорна, то у него две осечки было именно в девятых раундах против Кроуфорда и Зирафы. И во втором поединке Зирафы именно мы уже отмечали, девятый раунд получился максимально драматичным. Но там Хорн успел инициативу перехватить все-таки буквально за 30 секунд до завершения этого раунда. Опять сближается Хорн, опасно. Сдвоенный справа корпус, голова. Хорошая двойка, да, вот молодец. Прицелился сейчас. Да, Тимофей. Вот так бы с дистанции почаще и желательно выходить обратно на дистанцию с левой руки или просто сайдстепом, или же попытаться закрутить, но вот только не вперед, да, потому что опять будет эта возня, будет борьба, будут удары по затылку. Это все очень энергозатратно, и КПД от такой работы нулевой абсолютно для Тима Цзю. И как раз это... О, здорово. Молодец. Вот так. На дистанции растаскивать передней рукой. Да, вот сейчас провалил. Молодец. Апперкот до цели не дошел. Почему вперед? Ну вот зачем вперед? Ладно, посмотрим, что... Третий раунд. На джебе, да, и сейчас как раз кричат Тимофею: поджимай, поджимай. Хотя ему неплохо удавалось и встречать также соперника. Да, вот сейчас все-таки выходит, как мне кажется, Цзю на свою более удобную дистанцию. Но вот сразу же буквально Джефф Хорн, почувствовав опасность, эту дистанцию сокращает и опять вяжется в клинч. И вот опять бежит, ну подними правым снизу, за шагом в сторону. Прям, мне кажется, залетело бы, зашло бы как дети в школу просто. Ну ничего, я думаю, что Тим Цзю еще пристреляется к этому. Хорошо подставкой плеча действует Тимофей от правой руки. Но продолжает лупить по затылку. Джефф Хорн абсолютно этого не стесняясь. Да, и что интересно, Хорн даже вот с такими забеганиями, он сокращает дистанцию быстро и даже цепляет Цзю, вот как мы видим. Но сейчас чуть меньше, конечно, стал, но за первые два раунда, в общем-то, Тимофей пропускал. Здорово. Довольно много. Хорошо, правый снизу и почаще передней рукой сталкивать, сбивать с прицела нужно обязательно и заставлять лезть на себя. Вынуждать оппонента идти вперед и вот там уже отрабатывать. Хорошо, закрутил здесь, молодец! Ну, понятно, что никакого нокдауна не было. Даже бросок получился. Да. Но хотя до этого по туловищу слева по печени пробил довольно неплохо. Снова получает замечание на этот раз Тимофей. И через двойный джеб опять. Вот это, молодец. Кстати, да. Красава. Показатель того, что делает Цзю для того, чтобы Джефф Хорн с ним не сближался вот так. Попал с двоечки Тимофей. Отлично. Еще раз. Да, и вот так отталкивать от себя и тут же на дистанции расстреливать. Здорово, еще локоть вставляет туда Тим Цзю в клинче. Да, и отвернулся сейчас Джефф Хорн и не видел. Молодец, вот еще. Затылку. Тим, снова удар по затылку, не делай этого, в порядке ли все, спросили у Джеффа Хорна, вроде бы да. Ну вот, вроде бы. Ух ты, хорошее попадание сбоку. Да. Похоже, что Тимофей Цзю все-таки нашел себя в этом бою. Ну, по крайней мере, пока. Не хотелось бы сглазить, конечно, да, потому что Хорн все равно опасен. Но вроде бы он нашел противоядие от вот этих наскоков. Он будет сам подлезать под Джеффа Хорна, но... и перебрасывать его, да, и бросать его на канвас. Ключевая история, да. Если соперник против тебя боксирует грязно, сделай то же самое с ним, чтобы его, ну, условно говоря, научить. Потому что если Хорн, ну, на мой взгляд, наверное, забрал все-таки первый раунд, то... Попал! Хорош! Ух ты, опрокинул. Молодец! Это нокдаун! Да, то в третьем раунде я как раз продолжил свою мысль. Цзю его просто переиграл, перестрелял и сейчас однозначно забрал этот раунд. Да, и вот спокойно сейчас просто доработать до конца раунда. Здорово, правый снизу Тим Цзю, и пока все. Ну, красавец. Боковой зашел, но дальше Тимофей соперника подтолкнул. И за счет того, что он находился спиной, и вернее, рефери находился за спиной, то рефери не видел четко момента, а читал нокдаун. Хотя нокдаун такой...
Что еще очень важно, Тимофей Цзю пристрелялся по сопернику на ближней дистанции. Мы видим, что у него заходят вот эти вот короткие удары слева и справа, которые пропускает Джефф Хорн. И Тимофей Цзю великолепно вставляет ему локоть в лицо, да, на ближней дистанции, таким образом оттесняя его. Да. И вот тут же в образовавшуюся брешь, да, вот это вот буквально несколько сантиметров дополнительных, он начинает туда ему сажать и попадает. И очевидно, что Джефф Хорн чувствует это. Резко очень как-то Джефф Хорн просел физически. То есть после вот этих двух-трех падений, которые, естественно, помог ему оформить Тимофей, дальше Хорн как-то, ну, скорость прям потерял. То есть и сейчас как раз основная задача уже Джеффа Хорна перестраиваться. А потому он, что то, он что пытается, он делает, пока не работает. Да, он пытается как раз намертво вязать руки. Хотел сказать, нашего боксера, пытается его обездвижить, потому что действительно понял, уже нащупал вот ту самую работу, которую ему необходимо вести. И вот здесь же пытается просто открытой перчаткой в голову так отодвинуть соперника. Да, это не совсем разрешено. Замечание, да. Но, опять же, это лишний раз. Ой, хорош, правый снизу, точно в бороду. Еще раз право прямой попадает, Тим Цзю пошел додавливать. Послушайте зал, просто все беснуются. Ну, а не будем забывать, что Хорн может также еще и встретить очень жестко, да, вот этим самым оверхендом, но пока попадает, конечно, Цзю намного больше, намного более тяжелые удары, но я помню поединок против Зирафы, там вот просто Хорну доставалось, ну, на боже. Он очень терпеливый. И выбросил он вот этот правый оверхенд навстречу, там, в общем-то, Зирафу быстро опрокинул. Главное для Тимофея сейчас не, может быть, заигрываться с соперником, не поверить слишком рано в то, что уже все решено. Но зрительно, визуально, Джефф Хорн подсел, ему тяжело. То есть он уже немножко замедлился, он уже перестал всегда отвечать на выпады соперника. Он принимает много ударов в туловище, его периодически болтает от ударов Цзю. Да, и здесь надо отметить, что излюбленная манера вязаться в клинч для австралийца сейчас не очень действенная. Опять вот сблизился, хорошо, кстати. Попал. Прям голову такое ощущение подставил сейчас Джефф Хорн под удары Тимофея. Ну и хорошо, делай так почаще, дружок. Апперкот здорово, причем показал, что будет бить прямой. Тут же завернул локоть и пробил Цзю снизу удар. Хорн принимает много ударов достаточно. По-прежнему пытается вязаться, но мало атак сам Джефф Хорн почему-то инициирует. Вот сейчас зацепил левым боковым очень как опасно. Раз. Но раунд. Продолжаем наблюдать за этим поединком. И сближается сейчас Джефф Хорн с ударами. То есть вот в предыдущем четвертом раунде ударов было меньше в исполнении австралийца. Очередное замечание за удар по затылку. Да, никаких преференций. Рефери максимально суров и справедлив ко всем. И это хорошо. Да, и продолжает отталкивать предплечьем и локтем соперника Тимофей Цзю. Ну, правильно, а по-другому как от него отлепиться, если он намертво просто приклеивается и вяжет руки, не дает работать? Здорово! Здесь начал выходить по прямой. Джефф Хорн тут же нарвался на мощнейший правый боковой. Продолжает поддавливать Тимофей, продолжает идти вперед, очень четко. А вот здесь просто бодает откровенно. Да, и это, кстати, было еще видно на повторах предыдущего раунда. То есть, действительно, удары головой здесь есть в исполнении Хорна. Очень грязный боксер, конечно, Джефф Хорн. Да, при всем, наверное, к нему уважении. Он может быть очень грязным, когда ему это выгодно. То есть, я же видел поединки Хорна, когда он здорово боксирует просто. То есть, без большого количества клинч. Неплохо. Здесь опять на ближней дистанции Тимофей Цзю обменивается. Да, нужно повнимательнее тут быть. Но мало точных попаданий. То есть пока такая силовая борьба скорее. Ну и, кстати, сам неплохо так уперся лбом в лицо оппоненту. Тимофей Цзю тоже показал, что он умеет так делать. В одном из предыдущих поединков я видел, что держали телефон и по видеосвязи смотрел как раз Константин Цзю. Бой Тимофея. Вот мне интересно, смотрит ли он сейчас и присутствует ли, может быть, там или... Ну, я думаю, что если бы он был в зале, его бы показали, да, обязательно. Наверное. Так что, да, наверное, где-то удаленно, наверняка присутствует. Чуть хорошо плечом сейчас Тимофей. Ну и уже не так активен, кстати. О, пошатнул соперника Тимофей Цзю и пошел дальше развивать.
внимательно, внимательно. Заблокировал очень неплохо, кстати, руку Джеффа Хорна. Как раз опасный вот этот правый от австралийца. Здорово, опять по туловищу. Просто съедает эти удары Джефф Хорн. Прям утопает рука Тимофея Дзю в корпусе соперника. Прям чисто, четко, плотно заходит. Здорово останавливает Джеффа. По печени попал. Попал по печени Дзю. И очень часто левая рука у Джеффа Хорна сейчас опущена. Он по-прежнему пытается вязаться, но уже менее успешно, наверное. Здорово, опять на дистанции через переднюю руку работает Тимофей. Правда, не всегда это получается, конечно, но тем не менее. И иногда подходит к оппоненту в правосторонней стойке. Я так думаю, что это как раз для того, чтобы отработать с левой по печени. Потому что уже один раз этот удар прошел, и очевидно, что Хорн его почувствовал. С опущенной левой рукой подкрадывается к сопернику Тимофей, как раз ждет его, наверное, на блок плеча и на последующую. В общем-то, оно не покидало нас это ощущение уже раунда 2-1,5. Ну вот и посмотрим. Посмотрим, как он сможет перестроиться, потому что пока Тим Дзю делает все очень правильно, очень грамотно. Хорну советовали работать проще, то есть не придумывать каких-то хитрых комбинаций, то есть просто работать более, может быть, экономно, но при этом эффективно. Вот апперкот, кстати, зашел сейчас от Хорна. Но скорее это больше локальный успех. Опять же, исходя из того, как развивались предыдущие раунды. Боль. О, отлично. Здорово. Двойка. Здорово. Молодец, Тимофей. Да, и продолжает удерживать соперника Джефф Хорн. Не стесняется этого абсолютно. Но рефери пока по-прежнему... Джефф точно там. Но ответ, кстати, справа был опасный в исполнении Джеффа. Прям даже вода так с головы у Тимофея разлетелась в разные стороны. Но главное, что эти движения все контролирует Тимофей Дзю. Что вот эти удары, которые приходят, он их видит. Да, он их все равно амортизирует. И они не становятся каким-то откровением для него. В отличие от действий самого Дзю в отношении соперника. Уже так довольно тяжело дышит. Отлично, через уклон, левый снизу в исполнении Дзю. И опять двоечка, и там правый снизу тоже. Эх, закладывался прям вот это, не знаю, от какого города замахивался этим левым боковым Тимофей Дзю. Но если пройдет... Причем выцеливал потом еще под апперкот достаточно опасно. И надо отметить, что Тимофей Дзю сейчас вкладывается практически в каждый удар. То есть он готовит эти атаки, ну и потом дальше уже пробивает намного мощнее. Вот сейчас тоже провалил хорошо. И опять же, очень грамотно Тимофей Дзю вынуждает соперника идти вперед, идти на себя, потому что, ну, во-первых, здорово здесь опять пошел назад. Хлопнул так, да. Плотненько попал, и опять туда же. Хорн почему-то отступает. Назад по прямой, да. Не защищает. По печени есть, есть, да, достал. Зацепил и в голову. Очень тяжело. Попадание. Очень тяжело Джеффу Хорну. Еще раз, сейчас туда получает и садится, берет колено. Да, берет колено. Очень тяжело сейчас австралийцу. Да, 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 очень сложно. Но сейчас четкий нокдаун, потому что если по первому были еще вопросы, то здесь и печень пробил, и два боковых зашло, потом дальше уже заставил буквально Хорна напуститься на колено. Уже не оборона у Джеффа Хорна, а просто решето. Мы видим озадаченное лицо рефери, который в любой момент готов вмешаться, потому что Тим Дзю начинает соперника просто перемалывать жерновами. Проваливается Джефф Хорн и спасается в клинче, выигрывая себе еще несколько секунд. Освободить руки и бить. Ну, Хорн молодец, сейчас завязался. Он пытается, конечно, дотерпеть, дожить. И есть ощущение, что все-таки, да, гонг мы услышим. Здесь падения еще очередного австралийца не будет. Правильно все сделал для себя. Да, ждем следующего раунда. Фу Хорну не лишняя рекомендация абсолютно. И в перерыве мы слышали... Вот сейчас, кстати, Джефф-то очень неплохо начал этот раунд. Мы слышали наставления, которые давались Хорну. И там, честно говоря, в голосе сквозила некая паника. Потому что ему говорили: защищай себя, парень, тебе прилетает. Он постоянно бьет тебя. Он, да, не то что бьет даже, а он попадает. Что намного страшнее. И, кстати, посмотрели мы повторы. И надо отметить, что... Начал уже опускаться Джефф Хорн после пропущенного правого бокового. И в этот же момент ему Тим Дзю еще добавил второй удар по печени. Да, и, кстати, я думаю, не лишним ему будет еще раз проверить правую сторону туловища оппонента. Потому что мы видели, что несколько чистых ударов зашло прям очень жестко и плотно. И нет, здесь не стал бить Тима. А, кстати, была... попал, сейчас, да, зевнул Хорн. Удар навстречу от Хорна. Ой-ой-ой, что случилось?
улыбается. Тим, вроде все в порядке. Но это так, даже улыбался. И, знаешь, мне больше показалось на гримасу боли чуть-чуть. Ну, надеюсь, что нет. Вот сейчас получить травму в такой момент, когда, в общем, бой складывается в его пользу. Хорошо, по туловищу опять подготовил. Тимофей идет вперед. И вот опять он отталкивает соперника передней рукой. Зю немного замедлился, да, и сейчас замечание Хорну за то, что бьет очень низко. Смотрю на ноги Тимофея, вроде нет, наступает на обе нормально. Здорово амортизирует удары левым плечом вот эту двойку Тимофея Дзю. Но у тебя нет впечатления, что Дзю немного замедлился? Ну, не знаю. Но, по крайней мере, взял некую паузу, это точно. Уже он не так рьяно атакует соперника, больше ждет. Еще раз, да, здорово по туловищу. Искал возможность для нанесения удара по корпусу Тимофей, но нет. Хорошо, очень опять крестит свои атаки. Легкий удар в голову справа и тут же мощный силовой по печени. Продолжает поддавливать Тим. Ну вот здесь он опять поддавил. Соперник пошел, Зю не отреагировал. Видимо, реально решил взять какую-то паузу. Вынужденно ли, или же это было тактически задумано, непонятно. Передохнуть перед следующим. Хорошо! Да, вот здесь хорошо, даже сквозь локоть, но прям согнулся немного Хорн. И апперкот зашел. Молодец, молодец. Вот так стал меньше ударов выбрасывать, но при этом КПД от ударов не упал. То есть меньше легких ударов, при этом все удары точные. Здорово, двойка, и опять пошел развивать свой успех туда дальше. Попятился Джефф Хорн и снова спасается в клинче. Есть рассечение под правым глазом у австралийца. Даже не рассечение, гематома такая, да, которая рискует перерасти в рассечение. Опять низко бьет Джефф Хорн. Опять низко, куда-то упирается головой, да, сейчас вот прям бодаются оба. И 5 секунд до завершения 7-го раунда. Пока все. Честно, была рекомендация в углу у Тимофея. Не принимай на себя удары, зачем они тебе нужны? В общем-то, да. Можно согласиться. И опять полез вперед на соперника Джефф Хорн. Пока есть силы. Пока вот он достаточно свеж после паузы. Потому что потом-то его за 3 минуты Тимофей, конечно, нагрузит. Попал сейчас хорошо левый сбоку Джефф Хорн. Но вот опять же мы говорим о том, что Джефф будет опасен с первой минуты и до последней. Он может сколько угодно получать. Он может быть как угодно подавлен, разбит. Но при всем при этом он также будет стараться достать. Будет лезть вот точно так же. Может быть, это будет не всегда эффективно. Тимофей сейчас хорошо отработал, ушел на дистанцию, выставил руку, перекрыл обзор сопернику. Получил, конечно, замечание от рефери, но это не критично. Да, потому что все замечания исключительно в устной форме, а вот из клинча надо отходить в защите, конечно. С поднятыми руками или закручивать. В предыдущем раунде отметил, что Тимофей, он подходит к сопернику с опущенными руками. То есть они не у головы, а где-то у груди. И Хорн в этом моменте может быть очень опасен, потому что вот сейчас, например, выбрасывает периодически Хорн удары навстречу. Бросается головой вперед, может посечь. Вот сейчас отвернулся спиной. Хорошо. Зря. Пропустил удар по корпусу, Джефф. Да, очень плотно по печени опять зашло у Тимофея. Хорошо отталкивает опять оппонента предплечьем. Тимофей Дзю. Но, с другой стороны, вот это, казалось бы, кажущаяся открытость Тимофея Дзю, она контролируема им, как мне кажется, потому что он видит удары соперника. Вот эти двойки, которые выбрасывает Джефф Хорн, они летят либо ему в плечо, сильнейшая правая рука, либо просто над ним. А вот здесь зашло, да, зевнул удар слева тоже. Но улыбнулся ему лишь Тимофей и попал сам с двойки. Здорово. Через двойный джеб пытается Хорн сокращать дистанцию. Не часто, кстати, пускает он в ход свою правую руку, в отличие от Константина Тимофея Дзю. Все-таки, да, так или иначе, не можем мы не оговариваться. И опять бьет ниже пояса Джефф Хорн. Опять бьет куда-то в правое бедро Тимофея. Он... Но, о, здорово! Хорошие два удара на выходе из клинча находит, наносит Тимофей Дзю и продолжает бить. Очень устал, очень измотан Джефф Хорн, но это мы уже говорим на протяжении раундов 4, вероятно, и опять попадает с двоечки Тимофей. Есть, есть левый сбоку там. И опять по печени отступает, опустив руки вниз. Джефф Хорн, ему очень сложно, но при этом он продолжает держаться. Еще 30 секунд ему надо простоять. И вновь по печени заходит у Тимофея.
хорошо раздергивает, заставляет соперника бить и открываться. Тимофей Дзю вот этим своим давлением и даже опущенными руками. Да, сейчас было низковато, а ну и ладно. Соперник сам раза 3-4 ударил ниже пояса, так что ничего страшного. 10 секунд. Да, похоже, что и этот раунд продержится Джефф Хорн. Понятно, что этот раунд, так же, как и предыдущие, практически все остаются за Тимофеем. И хорошее завершение раунда. Ну и сейчас такая психологическая накачка идет в углу у Джеффа Хорна. То есть, что ты хочешь сделать? Отказ? Отказ, вот так вот, да. И потому что были вот эти обсуждения, то есть ты хочешь сдаться ты или нет. И смотрите, так получается, что, по сути говоря, 9-й раунд для Джеффа Хорна вот часто становится какой-то непреодолимой преградой. То есть здесь мне было как раз очень интересно посмотреть, что же будет творить Тимофей Дзю со своим соперником именно в этой 9-й трехминутке. Но в итоге...